искать, в каком месте поставить, просматривать, в нем это причина или в чем-то другом, или может диоды не раскачивают, хотя должно было настроено быть-то под диоды. Купил свечку к своему мопедосу, иридиевую. Вот. А, блин, что же за фирма? На М как-то. То ли Малоси, то ли что-то на языке крутится, не помню. В общем, не помню. В общем, потом видео засниму. И поставил сегодня ролики 7-граммовые в круг. То есть было у меня 3 по 9 и 3 по 5. Вот. А сейчас взял 7-граммовый общий вес. Потому что получается мотор, у которого 3 по 9 и 3 по 5. Мотор сначала крутится, а потом как бы постепенно переходит на вторую передачу. Чуть. Вот такой результат происходил. Ну как бы толчков ничего не было, но просто чувствовался толчок. Вот. А потом сейчас поставил вот 7-граммовый, но еще не катался. Не знаю, что как, почем. До этого поставил свои родные 8,5. На 8,5 больше 7000 он вообще не крутится. Ну, либо машины не хватает раскрутить эти ролики. Ну и скорость максимальная по моему спидометру было 40-45 км. Это максималка, а так с нам 43 где-то. Ну естественно. Ну а ремень при этом на переднем вариаторе выходил полностью на полный радиус. Я же маркером там подрисовываю, когда, чтобы посмотреть, как и что. И со всеми роликами все тяжелыми, легкими, он выходит на радиус. Ну, сейчас я убрал свою шайбочку, чтобы ремень ложился. Теперь у меня получается где-то при 3500 идет зацеп. Зацеп сцепления и начинает уже трогаться. В общем, играю с роликами, подбираю под себя, что мне надо, больше, меньше. Там поменять их, эти ролики, господи, там, не знаю, 10 минут, если не спешу. Вот. Сейчас приспособился снимать, разбирать передний вариатор с помощью, у меня была эта штука, которая фильтра, цепь таким, типа ключ. И вот эту цепь я удерживаю передний вариатор, удерживаю цепью и удерживаю и откручиваю его. И так, в принципе, без этого пневмопистолета легко можно все открутить. Цепь помогает, схемник фильтров. Так что так, ему и в дороге, если что, раз, ремень там что поменять, раз, съемничком. Приспособился так вытаскивать бендикс, не снимая вариатора. Ну там в каком-то одном положении он заходит, ходит. Когда шайба дистанционная стоит, тогда он еще легче заходит. Когда шайбы нет, получается у него пространство еще меньше становится. Вот такие дела. В общем, играю с роликами. Посмотрим, что да как. Сегодня была погодка классная, 14 градусов, катался на мопедосе. Видос пилил, болтал там вообще от души, не как обычно, молчу. А в итоге камера выключена, время не выключено. В фоторежиме стояла. Я такой, ё-моё, полчаса ездил. Вот. Ничего не получилось заснять. Ладно, ребят, всем пока.